Ну и это шансы, которые «Динамо» себе в этом матче, первые 60 минут этого матча создала. Теперь вопрос, кто эти шансы реализует. Вот он, этот шанс, и этот шанс реализует Брюквин. Две фамилии, Бочаров и Брюквин. Минута не прошла. Если это гол, а это, я так думаю, гол. Усилиями, в первую очередь, Бочарова, 60 минут тащившего команду, оставлявшего ее в игре. Стараниями остальных помочь Бочарову. Стараниями даже и забросить, но шансов у «Динамо» было гораздо меньше. Но дожить до овертайма и использовать свой шанс. Счет в этой серии 1-1.